Ивановские твиттеряне на день отложили телефоны и ноутбуки и взяли в руки лопаты и веники. Как и по всей стране, 8 сентября в Иванове прошла акция «Блогер против мусора». Инициатором акции был блогер Сергей Доля из Москвы. Более 150-200 точек по всей стране в данный момент убираются. Несколько тысяч человек в Иванове, как видите, собралось, несмотря на дождь и плохую погоду, около 10-15 человек из блогерского сообщества города. Выбрать место для субботника было нелегко. Уж очень велик выбор замусоренных улиц Иваново. В итоге остановились на конечной 5-го троллейбуса в местечке Курьяново. Водители и пассажиры общественного транспорта превратили это место в самую настоящую свалку. С нее-то и было решено начать, а после убраться в парковой зоне, расположенной неподалеку, попутно выкладывая фотографии субботника в сеть. Цель акции не просто навести порядок на улицах городов, а на собственном примере показать людям, что можно не мусорить. Люди даже элементарно, когда выходят из троллейбуса, просто выкидывают обычный талончик. Ну что им там сложно до мусорки два шага сделать. Я думаю, поэтому вот такие акции очень полезны. К сожалению, погода сегодня плохая, и нас сегодня немного. Но я думаю, что если люди увидят, что кто-то вместо них что-то делает, может, кто-то тоже придет и тоже начнет убираться. Акция проходит в нашем городе уже второй год подряд и стала традиционной. Блогеры уверены, когда горожане поймут, что донести обертку или бутылку до урны гораздо проще, чем кажется, улицы станут намного чище. Наталья Романова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.